С приходом тепла в городе активно обновляется дорожное покрытие. Сейчас вовсю идет ремонт Интернациональной и Сикорского. Специалисты взялись и за проспект Строителей. Работы почти завершены на Георгиевском, Энергетиков и 50 лет в ЛКСМ. На Минской окончен первый этап, второй ожидается в июле. Асфальт на большинстве участков должен появиться к концу июня. В настоящее время закуплены все инертные материалы для производства работ. Ведутся подготовительные работы, и в ближайшие буквально дни все работы закипят с новой силой. С более высокими прочностными характеристиками применяется асфальтобетон на улицах, имеющих интенсивное дорожное движение. Срок годности полотна – 5 лет. Дорожники уложили почти 3 километра асфальтобетона, в том числе и на парковках. Скорого ремонта ждет и Социалистическая – от Центрального рынка до Бахарова. Грейдирование тоже в планах. В список включены все улицы без усовершенствованного покрытия. Работа должна закончиться до календарной осени. Плюс в некоторых частях Бобруйска изменилась разметка. На Минской появились дорожки для велосипедистов. Теперь любители двухколесного транспорта могут здесь не спешиваться. Если тенденция зарекомендует себя с положительной стороны, то такие же прерывистые линии появятся и на других перекрестках. Со стороны Пролетарской проезжая часть Социалистической перед Славянкой расширилась до двух полос в сторону Площади Победы. Также и все пешеходные переходы и выезды с прилегающих территорий на протяжении двух кварталов обрамлены островками безопасности. Что позволяет и предупреждает водителей о том, что парковать машину ближе 15 метров до перекрестка, до пешеходного перехода нельзя. Что, соответственно, позволяет улучшить обзорность проезжей части дороги. Кроме того, на участке от Интернациональной до Москвы стоянка организована сразу с двух сторон. Справа параллельно бордюру, а слева по диагонали. Это увеличило емкость парковочных карманов вместе с высокой концентрацией кафе и магазинов. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галионко, Бобруйск 360.